Приветствую всех моих подписчиков и тех, кто случайно зашел ко мне на канал. Те, кто планирует поездку в Рим, уверены, что читали и про городок Тиволи, который знаменит своими виллами и термами. А те, кто бывал в Тиволи, подъезжая к городку, чувствовали неприятный запах тухлых яиц. Сейчас объясню почему. Сегодня я покажу вам те места, до которых редко доходят туристы. Вокруг городка Тиволи находится очень много бассейнов с сероводородными водами. Сегодня мы находимся в местечке, которое называется Бамбу. Термические воды Тиволи вытекают из двух озер. Температура воды в этих бассейнах зимой и летом одинаковая, плюс 23 градуса. Эти воды были названы древними римлянами «Альбули», в переводе с латинского «белые», за то, что они имеют беловатый цвет. Со времен Римской империи они были известны под названием «Святая вода» в силу их терапевтических качеств. Принято считать, что их целебные воды были впервые оценены древними римлянами, но оказывается, чудесные свойства термических источников активно использовали еще жители этрусских поселений. Термический источник Аква Альбули очень полноводный. Каждую секунду он извергает примерно 3000 литров воды температурой 23 градуса. Он считается самым мощным источником в Европе. Для очистки этих бассейнов бассейны осушают, потом вода самостоятельно заполняет бассейны. Сегодня термы ди Тиволи – это современный комплекс, включающий в себя бассейны. Серные испарения обеспечивают эффект, схожий с ингаляцией. Пары благоприятно влияют на дыхательную систему, а сама вода положительно влияет на кожные покровы. После купания в таких бассейнах можно целую неделю ощущать шелковистость кожи. Список чудотворного действия этой воды на человеческий организм можно продолжать перечислять еще долго. Сегодня мы находимся в Бамбу. Здесь обычно бывают местные. Температура воды в термических бассейнах всегда плюс 23. Но когда входишь в воду первый раз, то такое чувство, что тебя пронизывают тысячи иголок. Но потом тело привыкает. Мы обычно приезжаем сюда, когда в Риме очень жарко, а водичка здесь самое то, прохладненькая. И к тому же лечебная. Летом народ купается в бассейнах и загорает, а зимой здесь работают сауны. Так что после сауны и сразу в лечебную водичку. Ну а для туристов я посоветую приехать в терме ди Рома Аква Альбули. Ссылку на сайт я оставлю под видео, где вы сможете посмотреть цены. До этих терм можно доехать на электричке с вокзала Термини до остановки Бани ди Тиволи. А от остановки до терм 1 минута пешком. Цена билета 2 евро. Время в пути около часа. Электрички ходят очень часто. Так что берите на заметку это место и приезжайте. А это вилла Григориана. Одна из трех вилл, которая находится в городке Тиволи. Многие туристы в первую очередь стараются побывать на вилле Десте и вилле Адриана. А на виллу Григориана уже не остается сил. Сегодня я приглашаю вас, дорогие мои зрители, прогуляться по вилле Григориана. Водопады, пещеры, покрытые зеленью, римские руины будут сопровождать нас всю нашу прогулку.
Эта вилла самая дикая из всех трех вилл в Тиволи. Ее героем является вода реки с ее бурным течением. В начале 19 века дикая природа и свежий воздух манили сюда путешественников со всего мира. В середине 20 века виллу забыли и забросили. Вся территория была большая свалка. И только в 2002 году организация FAI, итальянский фонд окружающей среды, вернули к жизни виллу. И уже в 2005 году ее открыли для публики. Прогуливаясь по вилле Григориана, понимаешь, что ты попал в волшебное место с историей. Но на самом деле история парка не такая уж и древняя. Парк возник в результате необходимости укротить реку Аньены, которая в зимний период разливалась и причиняла городу Тиволи много бедствий. После очередного наводнения, которое разрушило постройки и унесло жизни, папа Григорий XVI в 1832 году поручил создать гидротехническое сооружение, чтобы обуздать течение реки. Так получились искусственные каскады. Ой, как здесь прохладненько, как хорошо. В этом замечательном месте уже были древние священные постройки II века до нашей эры. И когда каскады и античная архитектура соединились, получился парк Вилла, которую назвали в честь папы римского Григория XVI – Вилла Григориана. О красоте сложно говорить, это, ребята, надо видеть. А нам в такую жару было приятно бродить по тропам в тени деревьев. Мы были на вилле Григориана в субботу. Обратите внимание, здесь нет топ-туристов, как у главных достопримечательностей Рима, и поэтому это прекрасное место для отдыха. Мы гуляли по вилле не спеша, у нас ушло около 3 часов. Посмотрите, как дерево растет на скале. Мы гуляли, всматривались в детали, одним словом, отдыхали. Карта маршрута по вилле Григориана. При покупке билета в кассе вам выдадут карту с маршрутом, так что вы здесь не заблудитесь, и к тому же везде стоят указатели. Вот так выглядят туалеты на вилле Григориана. Люди отдыхают, кушают. Хочу сразу предупредить, что для прогулки по вилле нужна спортивная обувь. Никакие каблуки здесь не подойдут. Вся вилла состоит из подъемов, спусков и опять подъемов. Если вы решили отдохнуть от суеты вечного города, приезжайте в Тиволи. Это уютный городок с 3 прекрасными виллами. Цена билета на виллу Григориана стоит 8 евро. Детям до 5 лет вход бесплатный. Детям с 6 до 18 цена билета 3 евро. До Тиволи, где находятся 3 виллы, можно доехать на электричке с вокзала Термини до остановки Тиволи всего за 3 евро. Время в пути около часа. Ссылку, где можно посмотреть расписание поездов, оставлю под видео. Может, кому-нибудь и пригодится.
конце этого видео я вставлю небольшое видео с виллы Десте и виллы Адриана, чтобы у вас было полное представление о виллах Тиволи. Так что досмотрите видео до конца. По этой узенькой тропинке мы направляемся, чтобы посмотреть на каскад. Надеюсь, теперь вы поняли, почему нужна спортивная обувь здесь. Здесь очень много смотровых площадок, откуда открываются прекрасные виды. Обязательно возьмите с собой что-нибудь перекусить. Здесь много лавочек и столов. Можно присесть и покушать. Слышите мощный шум реки? Это река Аньены.
Вот и подошла к концу наша прогулка по вилле Григориана. А сейчас небольшое видео из моих архивов с виллы Десте и виллы Адриана. А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и до новых видео, друзья! Thank you.